Пойдем хожу. Подписана следующая партия грамот для наших дорогих ветеранов. Ольга Ивановна, член Совета ветеранов «Москвич». Максимова Зинаида Васильевна, член Совета ветеранов, «Москвич». Не наслушаемся. Где взять? Именно Абрамов. Абрамов Игорь Николаевич, член Совета ветеранов «Москвич». Савкина Нина Григорьевна, член Совета ветеранов «Москвич». И Типанюк Альбина Ивановна, председатель Совета. Осталась еще маленькая часть ветеранов, которых мы сейчас допишем и вручим обязательно.
Итак, друзья, у нас осталось 4. Вот, итак, награждается, ну, Моисей Сергеевич, мастер выставочного участка. Горбатенко Антон. Ну давай, он не горячий. Приятно. Половинка готов. А у нас Семен Мамичев далеко находится. Вот, Семен Мамичев, иди сюда. Бандулет Игорь Викторович, руководитель группы. Так, а сейчас агрегатный завод по выпуску карбюраторных тел. Вот, сегодня очень много вас прибыло сюда, и мне очень приятно, что и я тоже здесь. С этим заводом, с заводом Ленинского комсомола, все новые поколения москвичей 41-х тоже работают на наших карбюраторах. И часто приезжал, где-то 3 раза, 4 раза приезжал.
месяцами заболел. И мне хочется сказать, и я, значит, просил детей своих, у меня взрослые дети. Давайте чем-нибудь займемся каким-нибудь делом. Они говорят, пап, давай мы тебе. Она не просто идет. Это не то, не ужасное. Вот. И здесь я увидел очень много знакомых лиц. Меня многие узнают. Приятно. Не знаменитость, но приятно, что узнаю, спрашиваю. Ничего не спросите, какой же кем? Теперь я счастлив, что я свою миссию выполнил. Всем всего доброго, до новых встреч, до новых роликов. Спасибо большое. Спасибо. По мероприятию 75-летнюю встречу и на встречке и прочее замечательные сведения. Дайте мне так. Такое прочее. А пока мы здесь шаляй-валяй, он будет давать интервью, а мы будем думать насчет призовки викторины. Я хочу сказать, что у нас здесь по площадке бегает компетентное жюри такое. И выбирает, будет представлен, безусловно, на нашей сцене, вынесет свой замечательный вердикт и будут победитель дает интервью. Сейчас у них есть на 122, да? У них есть на 130, да? Вот. Ну, мне вазу скидывал 149. А, да. Вот, это так. У меня на клетке он ставит сейчас. Вот так. И получается, и еще на экспо 41-го наш удобный шоу из дизеля, сейчас цены бы не было. Да, согласен. Так, потом. Я вам в самом начале разговора сказал. Да? Вот, пацанов надо было брать. Вот, пацанов. Если наши, знаете, рукастые товарищи берут старый дизель, а вот ему сейчас цены не будет. Сами. Вкладыши, короче, там вкладыши.